Всем привет, с вами Елена. Добро пожаловать на канал Я на кухне. Сегодня будем готовить цветную капусту с картошкой. Итак, приступим. Берем луковицу, у меня вот половинка осталась, и нарезаем мелко. Картошку будем резать на небольшие кубики. Берем 4-5 зубчика чеснока и измельчаем. Ставим сковородку, наливаем растительное масло, 5 столовых ложки. Кладем лук. Лук будем обжаривать до мягкости. Далее отправим картофель. Кладем картошку и все вместе обжариваем 5-6 минут. Огонь делаем средний, даже чуть меньше среднего. Капусту отделяем вот на такие маленькие соцветия или с ножом помогаем. Чем меньше, тем быстрее приготовится. Проверяем, перемешиваем. Прошло где-то 6 минут. Отправляем сюда нашу капусту, чеснок. Все вместе будем обжаривать где-то 5-6 минут. Берем небольшой пучок зелени. У меня петрушка. И измельчаем. Кладем соль по вкусу. Куркума 1 чайная ложка, красный сладкий перец, можно взять острый, и тимьян 1/2 чайной ложки. Цветной перец, у меня тут красный, желтый и черный, 1/2 чайной ложки. Огонь делаем минимальную, вот так, еще раз перемешали. Далее я наливаю 1/2 стакана кипятка и будем тушить на маленьком огне. Вот это все еще раз перемешаю, конечно же. Закрываю крышкой и готовим до готовности. Прошло ровно 10 минут. Все перемешиваем и проверяем. Берем нож, вот так втыкаем, проверяем. Видите, все готово у нас. Картошка тоже самое. Ну все, выключаем. Все у нас готово. Можно подавать к столу. Вот и все. Приятного аппетита. Надеюсь, рецепт вам понравился. Если да, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. И не забудьте подписываться на мой канал. Всем пока. До новых встреч.